когда путешествуешь, самая большая проблема – это где бы покушать. Вот. Так вот, если вы находиться будете в Бенедорме, мы вам покажем реальное место, где можно хорошо покушать. Называется она Real Vox. А как выглядит Real Vox? Значит, обратите внимание, вот эта вот витрина с деликатесами. То есть вы, приходя сюда, выбираете те деликатесы, которые в ваших магазинах стоят сумасшедших денег. А здесь они бесплатные. Стоимость в Real Vox 10 евро 50 центов за сутки. То есть заплатили, можете отсюда никогда не уходить. Значит, посмотрим в ассортименте здесь, что находится. Обратите внимание, раки, креветки черные, креветки королевские, какие-то твари, осьминоги, лягушки, ракушки, какие-то твари, рыба, мясо, какие-то твари. То есть количество гадов, ну, как бы нормально. А что вы делаете? Вы берете тарелочку, как сделал, вот, например, сейчас Рома с этими гадами, и отдает вот этому парню. Пока вот этот парень готовит вот эти вещи все, то есть вы выбрали сырую, свежую, выловленную какую-то фишку, и пока он готовит на ваших глазах, вы можете уже выбрать то, что они рекомендуют покушать из приготовленных вещей. Смотрите, то есть ассортимент очень большой, и уже из приготовленного есть, смотрите, суши, что-то, колбаски, мидии, крабы, моцарелла, рыбы какие-то. А, и вот эта фишка интересная, они специально ее так сделали, это хамон. То есть, пока вам будут готовить что-то вкусное, у вас будет возможность уже попробовать готовую пищу. Есть также вкусный стол со сладостями и мороженое, порядка 30 видов. Итак, 10 евро 50 центов заплатив, вы тут кушаете сутки. Выйдя отсюда, будете платить заново 10 евро 50 центов. Ребят, тут такая ситуация. Ситуация в Европе в целом, она везде одинакова. Если вы хотите в Европе где-то покушать, то правда матка, она будет такой, что кушать надо идти либо к туркам, либо к китайцам. Все остальные работать в Европе, увы, не хотят. Они ленивые, у них все будет невкусно и все будет дорого. То есть мы сюда как бы ходим постоянно. Это действительно реальная еда, она поэтому и называется Real Vox. Значит, смотрите, вот эта кружка пива свеженькая, холодненькая, евро 80. Такая же кружка колы, вина или сока будет стоить тоже евро 80. Ну, хватит ее вам, чтобы 2-3 дня покушать. А здесь есть, ну, я не знаю, порядка 20 морских гадов. Из них я половину до сих пор даже не знаю, по каталогам не нашел, что это я буду здесь есть. Но вместе с этим можно покушать здесь и картошечку, и отбивную. Единственное, здесь нету испанской кухни, то есть паэлью вы здесь не найдете. Ну вот посчитайте, 10-50 евро вы отдадите, и евро 50 за такую кружку, или евро 80. И здесь можете праздновать день рождения, там какое-то мероприятие, просто кушать, тусоваться. И будете здесь есть, ну, хоть целый день, вас никто отсюда не выгонит. Вот. Ну, значит, я себе что взял? Для начала я себе набрал вот такой пакет. Это разные виды этих креветочек, мидии, моцарелла, осьминожки. И пока я буду вот это блюдо под пиво сейчас точить, мой повар приготовит мне что-то эксклюзивное. Вот Эджик себе выбрал. Эджик, покажи, что ты себе... Расскажи, что ты взял. Не знаю. Ну, то есть, я сам не знаю, что он взял. Каких-то, в общем, волосатиков. Он осьминога разглядел. Стручок, покажи, пожалуйста. Может, кто знает, вот что это... Нет, осьминог, это с этим понятно. Вот это что это может быть такое? Короче, какой-то стрючок, например. Вот. Ну, то есть, смотрите, вы сюда приехали за экзотикой, и вы ее получите. Потому что любая такая вещь, например, сколько стоят королевские креветки у вас в вашей стране, или сколько стоят осьминоги, или мидии, или хамон, те деликатесы, которые здесь просто в изобилии. Вы не сможете в вашей стране на 10 евро этого покушать. А мы здесь это едим каждый день. Вот такой компании, смотрите, собрались. Здесь они разместят и 20 человек, и вот 7, все столы, благо, есть. И в режиме онлайн они быстро все тут чистят, готовят. То есть вы приходите, говорите, нас 20 человек. Через 15 минут столик будет готов. И не напрягаясь. Вам не надо думать о том, сколько это стоит. Ваш мозг отдыхает. Поэтому, когда будете в Бенедорме, например, вы остановились в нашем отеле и хотите разнообразить себя, я считаю, что нет смысла готовить, потому что здесь много заведений, где за 10 евро вам предложат столько, сколько вы не купите ни в одном магазине. Приехали отдыхать, отдыхайте, не парьтесь, это вам позволит здесь сделать.
Роман, вот ты здесь оказался впервые. Фактически ты здесь меньше часа, так? Первые ощущения, ну что там делиться моими ощущениями? Вот что ты чувствуешь? Ну, первое мое ощущение, я ничего здесь не знаю из всех этих блюд. Так. Ну, как бы по вкусу вроде бы все классно, вкусно. Это похоже на гастрономическое приключение? Да. Вот согласен, из того, что ты здесь ел, ты даже третьей части у себя в стране не кушал? Третий, мне кажется, там одной-второй такого не пробовал. Хорошо, ощущение шока есть, когда впервые здесь оказываешься? Ну, ты теряешься в блюдах, ты не понимаешь, что тебе взять и что, ну, как бы вкуснее, что... Ну, заметь, тебя никто не торопит. Не понравилось, выкинул, взял другую, как по системе все. Ну, да, поэтому я взял с каждого по одной штучке, попробую и на второй... Присед, пойду уже. Пока твой повар тебе готовит, ты взял такой фри-тест. Да, да. Ну что ж, за Испанию. Давай. Ола. Ола. Значит, ребят, нашего брата, конечно, везде недолюбливают, но я не думаю, что это мы такие особенные, то есть сами испанцы подстать нам. То есть мы своей дружной компашкой пришли на 10 евро. Ну, я честно скажу, я вот три тарелочки зачистил. Вот это мое хозяйство. А вот Матвеич, красава, ну-ка зацени. 7 тарелок. 7 тарелок оприходовал. 7. Полный живот, ничего. Закинул паренек в свой холодильничек деликатесов на 7 тарелок. Я сейчас думаю, тот парень, который повар, возьмет свой меч харакири и вскроет ему что-нибудь. То есть я к тому, что мы здесь уже 2 часика сидим, наслаждаемся пищей, пьем ихнее пиво. И эта штука работает до 24.00. Я не знаю, какая выгода им с этого. Может быть, местные китайцы столько не едят. Но наш брат тут, конечно, получит так называемый праздник живота. Поэтому, смотрите, прекрасное место. Я думаю, что мы съели так 500 по каким-нибудь московским меркам. А заплатили где-нибудь 50 евро примерно. Ну, края там 65. Ребята, не знаю, как на каждый день экзотики, но посетить это место стоит. Найдете его даже самостоятельно без нас, где мы там в Гугле. Реал Вокс. Город Бениторн. Стоящая штука. Я хотел сказать, знаешь, дай китайцу ложку, она обожрет салатную, да? А тут Матвей добрался до китайской кухни и всем тарелок. Так что мы от китайцев недалеко, да? Уже почти 3 часа. 3 часа.